Нерегулируемый пешеходный переход на проспекте Ленинского комсомола рядом с детской поликлиникой. Здесь всегда активное движение как машин, так и пешеходов. Именно тут прошла акция «Возьми ребенка за руку», в которой приняли участие сотрудники ОМВД России по Ленинскому городскому округу, юные инспекторы дорожного движения из школы номер 7 и рабочие дурсервиса. Данное мероприятие направлено на работу с пешеходами, с родителями детей, которые переходят проезжую часть по пешеходному переходу во избежание травматизма, чтобы брали детей, держали за руку. Акция проходит в рамках регионального социального раунда по безопасности дорожного движения «Засветись», действующего на всей территории Московской области. Юные инспекторы дорожного движения раздали прохожим листовки напоминания, а сотрудники УМВД подарили юным пешеходам световозвращающие наклейки. Видновчане уверены, такие акции проводить нужно. Чтобы мамочки все знали, как надо переходить дорогу. Это безопасно, и вообще детей надо приучать в раннем возрасте. Ученица 6 В-класса Видновской школы номер 7 Аня Архипова юным инспектором дорожного движения стала всего год назад. Своим званием она гордится и считает, что занимается очень важным делом. Потому что некоторые люди не соблюдают правила, и из-за этого случается не очень сильно приятная ситуация. А если все будут соблюдать, все будет хорошо. Мне нравится ходить на мероприятия, общаться с детьми, рассказывать им что-то, правила дорожного движения. Под чутким руководством сотрудников дурсервиса юные инспекторы дорожного движения прямо перед зеброй нанесли на асфальт дорожные знаки напоминания, которые гласят «Держи ребенка за руку». Сверху присыпали специальным светоотражающим порошком, чтобы знак был виден и в темное время суток. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.